Дела лесные. О том, насколько успешно велась работа по борьбе с незаконным оборотом древесины на территории региона, на заседании межведомственной комиссии рассказал руководитель профильного комитета Михаил Яковлев. Всего за текущий год зафиксировано 536 случаев нарушения лесного законодательства. Из них 113 – незаконные рубки. Дровосеки-нелегалы уничтожили более 2000 кубометров зеленых насаждений. Для сравнения, в прошлом году – 5000. Преступлений явно стало меньше. Соответственно, снизился и размер ущерба. В 2015-м он составлял около 50 миллионов рублей. В этом 19,5 миллионов. Любопытно, но почти треть случаев незаконных рубок произошла на арендованных участках, в то время как именно они и должны находиться под особым контролем. Основные причины такой обстановки – это недостаточно эффективно занимаются охраной лесов и выявлением незаконных рубок арендаторы лесных насаждений. Вот особенно это можно сказать про Кенишемский район и Вичугское лесничество, Пролухский район, где имеется арендатор. Из числа незаконных рубок 31 случай или 27,4% совершены с ущербом 5 миллионов 549 тысяч рублей совершены на арендуемых лесных участках. Самая неблагоприятная обстановка с незаконными рубками сложилась на лесных участках, переданных в аренду в ОГКУ Кенишемское лесничество, Кенишемский муниципальный район, и Вичугское лесничество, Вичугский, Родниковский муниципальные районы.